Что же такое СО2? Зачем нужен СО2 для аквариума? СО2 – это газ, который необходим аквариумным растениям. Растения на 50% состоят из углерода. В естественных условиях концентрация СО2 в воде составляет от 15 до 40 мг на литр. А вот в аквариуме этот показатель стремится к нулю. Даже несмотря на то, что рыбки и другие обитатели аквариума выделяют его в процессе жизнедеятельности. Однако в очень незначительных количествах. Сам механизм потребления СО2 растениями заключается в процессе фотосинтеза. О фотосинтезе было сказано в предыдущих видеороликах. Однако давайте повторим. Фотосинтез – это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету – фотоавтотрофами. При участии фотосинтетических пигментов хлорофилл у растений, бактериохлорил и бактериородоспин у бактерий. Проще говоря, в растениях происходит процесс преобразования воды H2O и углекислого газа CO2 под действием солнечного света в богатое энергией органическое соединение глюкозу C6H12O6. Формулу фотосинтеза можно представить следующим образом. В темноте происходит обратный процесс. Из вышесказанного можно сделать вывод, что CO2 – это основной строительный материал организма растений. Растения в аквариуме при грамотной подаче CO2 становятся красивыми и здоровыми, быстрорастущими. В процессе фотосинтеза растения выделяют кислород O2. Этот процесс в народе называют пузырянием или перлингом растений. В свою очередь, выделяемый растениями кислород потребляется рыбками и другими гидробионтами, что нивелирует необходимость механической аэрации аквариума в световой день. Кроме того, при подаче CO2 в аквариуме понижается уровень pH, что нравится фактически всем растениям и некоторым мягководным рыбам. Если вы решили приобрести систему CO2 для аквариума, то должны понимать, что после ее установки придется более тщательно следить за аквариумом. Нужно будет контролировать уровень CO2 при помощи тестов или дроп-чекера, специального цветового индикатора, контролировать уровень pH, регулировать освещение, осуществлять грамотную подкормку растений макро- и микроудобрениями. Если этого не делать, то возникнут проблемы из-за неслаженной работы фотосинтеза. Возможно, удушье рыб, помутнение воды, водорослевая вспышка и прочие неприятности. Учтите, что даже самая безобидная самодельная установка CO2 по типу брашка может навредить аквариуму. Поэтому все тщательно взвесьте и с умом подойдите к вопросу установки CO2 для своего аквариума. Выращивание аквариумных растений – это комплексное мероприятие. Формула их успешного содержания заключается в балансе освещения, CO2, удобрений макро и микро, параметрах воды для растений. При этом выпадение хотя бы одного элемента приведенной формулы влечет за собой плохое состояние растений, а также различные негативные последствия для аквариума в целом. Освещение. Какая бы ни была концентрация CO2 в аквариуме, без освещения углекислый газ в процесс фотосинтеза вступать не будет. Только баланс освещения и CO2 благоприятно влияет на растения. Удобрения. Растениям жизненно необходимы макро- и микроэлементы. Макроудобрения – это нитрат, фосфат, калий. Микроудобрения – железо, магний, марганец, медь, цинк, молибден, бор, кобальт и другие. Параметры воды. Большинство растений любят мягкую, слабокислую воду. Если говорить точнее, то в такой воде происходит наилучшее усвоение удобрений и углекислого газа растениями. Хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое акваскейпинг и с чем его едят. Акваскейпинг относится к искусству, с помощью которого создаются удивительные пейзажи в пределах аквариума. Сделать шедевр под силу только творческим и образованным людям. Перед тем, как приступить к облагораживанию, идею воплощают на бумаге и только после корректировок реализуют. Акваскейпинг для начинающих подразумевает освоение стилей и техники, а также создание несложных композиций. Дальнейшее развитие в этом направлении позволит профессионально заниматься этим видом искусства. Природное оформление аквариумов зародилось в 90-х годах. Основоположником идеи считается японец Такаши Амано. При составлении композиций он руководствовался принципами создания японских садов. Направление в короткие сроки стало известным и популярным во всем мире.
Главная задача природного стиля – максимально точно повторить наземный ландшафт в пределах аквариума. Создавать акваскейп своими руками – трудоемкое занятие, для которого требуется комплекс знаний и опыт. Изучение теории и регулярное нарабатывание навыков помогут добиться высоких результатов. Несмотря на то, что акваскейпинг – молодой вид искусства, многие хотят заниматься созданием подводных картин. Разнообразие природных материалов дает возможность реализовать большое количество идей. В результате развития акваскейпа были разработаны направления, каждая из которых обладает своими характеристиками и особенностями. Несмотря на то, что в него входят больше десятка стилей, предпочитают основные из них. Ивагуми – искусство расстановки камней. Сад камней выстраивается поэтапно. В первую очередь устанавливаются глыбы, затем низкорослые растения, в конце – травы. Растительность и рыбки присутствуют в минимальном количестве. Внимание отводится к камням. Они не должны влиять на качество воды и угнетать флору и фауну. Сад дзен – гармония и умиротворение. Стиль характеризуется созданием единой изящной композиции. Появился из философских дзен-учений, основанных на гармонии и спокойствии. В ландшафте применяют акваскейп с корягами и японскими камнями. Растительность либо отсутствует, либо представлена мхами. Элементы дизайна, их форма и расположение подчинены правилам дзен-буддизма. Пейзажи в этом стиле используются для медитации. Ваби-куса – плавучие элементы имхи. Основной чертой направления является присутствие надводных объектов. В середине композиции формируется кочка или холмик, который густо покрыт растительностью, а вершина виднеется над поверхностью воды. Таким образом над гладью образуются небольшие острова. Голландский стиль считается сложным и трудоемким в составлении. Отличительными чертами являются строгое зонирование, высаживание плотной группировки растений, уход за ними и своевременная стрижка. Основы стиля. Количество используемых видов растений зависит от масштаба аквариума. Каждая группа занимает не менее 10 см длины емкости. Итак, как же правильно посадить растения в аквариум? Прежде всего, необходимо каждое растение очистить от прикрепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, удалить поврежденные участки. Затем его нужно продезинфицировать где-то 20 минут в розовом до красного растворе марганцовки. Рекомендуется также ванночки 5-10 минут с раствором квасцов 1 чайная ложка на 1 литр воды. Или обмывание раствором перекиси водорода, также 1 чайная ложка на 1 литр воды. После чего растение необходимо ополоснуть. До ускорения роста корни можно слегка подрезать. Размещать растение в аквариуме необходимо от задней стенки. На заднем плане высаживаются самые высокие растения. Смотровую стенку, как правило, оставляют свободной или распределяют вдоль нее те виды растений, которые остаются небольшими или образуют сплошные растительные покровы. При посадке корни необходимо размещать по направлению их естественного роста. Так у криптокарин и валиснерий корни растут вертикально вниз, а у апанагитонов и эхинодорусов корни уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются, как правило, по горизонтали. В зависимости от особенностей произрастания той или иной группы растений, способы их высаживания будут отличаться. В большинстве примеров демонстрируется сухой метод посадки, при котором вода в аквариуме отсутствует, а растения помещаются во влажный грунт. При высаживании стебельковых растений используют классический способ. Корневая часть помещается в заготовленную ямку и засыпается сверху. К розеточным растениям также применяется классический способ высаживания. В зависимости от размера растения, оно помещается корнями в заготовленную ямку, либо погружается в грунт с помощью пинцета. Расстояние между кустами должно составлять не менее 3-4 см. Мхи и папоротники не стоит высаживать в грунт. Идеальной средой для них является какая-либо поверхность – коряги, камни и тому подобное.
помощью специального растительного клея их можно зафиксировать на любых предметах, либо при помощи лески или нитки. Оптимальная температура для аквариумных растений 24-25 градусов. При температуре выше 25 градусов больше вероятности появления водорослей. Ниже 24 градусов вероятность появления водорослей снижается, но и рост некоторых растений замедляется, и данная температура подходит не всем рыбам. Именно по этим причинам существует такая рекомендация. После запуска нового травника первую неделю поддерживают температуру 22 градуса. Далее плавно ее поднимают. Чем выше температура воды, тем меньше растворяемость в ней газов. Соответственно, при температуре 24-25 градусов будет больше растворенного СО2, растения будут его потреблять и производить больше кислорода. Так же как и с pH. Чем выше температура, тем более токсичен аммиак аммоний. При более высокой температуре рыбки растут быстрее, но тем самым сокращается продолжительность их жизни. Рыбки, выращенные при температуре ниже положенной, будут ярче окрашены. Этот мир обладает необъяснимой притягательной силой. Стоит человеку только познакомиться с ним, как уже тянет приоткрыть двери шире и переступить порог, сделать первый шаг и войти. Это увлечение не отпускает человека годами, а иногда и остается с ним до последних дней жизни. И каждый находит в этом волшебном мире свое. Одному удается превратить аквариум в настоящее произведение искусства, украшение своего жилища. Другому, возвращаясь домой после полного забот, а иногда и огорчений дня, найти возле аквариума успокоение, снять нервное напряжение, отдохнуть. Опытные аквариумисты утверждают, что аквариум не только многому учит, но и лечит. А как часто порой бывает, детское и юношеское увлечение аквариумным рыбоводством перерастает для человека в профессию биолога, ихтиопатолога или ихтиолога. Желаю удачи всем начинающим растениеводам и рыбоводам и до новых встреч!